Миниатюру мэр Усть-Ольгинска. А ты докажи. Ты докажи. Да, это мой брат, начальник полиции. Да? Я не в курсе ситуации. Я примерно понимаю, но если уже так в открытую говорят везде, да, что какая-то, наверное, ситуация есть. Я сижу дома, занимаюсь вопросами, которые относятся к моей профессии непосредственно. Да? Я пока не занимаюсь вопросами политики и мошенничества. Какие-то у меня, безусловно, взгляды на это есть, но это мои взгляды субъективные, да, и я не могу их сегодня каким-то образом афишировать, потому что я не владею ситуацией, что из Большого театра. Но, как говорил Глеб Жеглов, да, что вор должен сидеть в тюрьме. Ну, опять-таки, как говорит мэр Усть-Кольинска, а ты докажи, понимаешь? Поэтому у нас тут утром деньги, вечером стулья, у нас ситуация закольцевалась, понимаете, да, то есть... Конечно, я считаю, что, опять-таки, здесь опыт есть стран западных, да, что люди видят отчет, то есть граждане видят отчет, куда они платят. Я плачу налоги, да, я, как бы любой человек заслуживает просто, да, а куда потратили деньги? Я готов платить и на ракеты, и на Большой театр, и на развитие страны, и систем образования, потому что и на медицину, и готов на все, потому что это моя страна. Я хочу, чтобы все было... для людей, потому что очень короткий век нам отмерен, да, и еще мы должны что-то успеть построить, чтобы получить удовольствие, а не разворовать, вот, и сидеть потом, дрожать, да, там, поэтому здесь, в этой ситуации, просто все прекрасно понимают, да, эти вопросы сегодня немножко, ну, требуют какого-то, наверное, другого решения. Я не в курсе конкретно, что произошло в Большом театре, но ситуация в целом, что говорят, и опять-таки говорят. У меня нет, я занимаюсь своим делом, и слава богу, сегодня в той системе, в которой я тружусь, все бело, прозрачно и чисто. То есть есть свои подковерные какие-то игры, но что касается, никто ни у кого там даже не может, ну, понимаете, да? Поэтому здесь... Вопросы сложные о политике, поэтому я иногда, как Виктор Степанович, отвечаю, вы уж простите. Но зато понятно, я понимаю, что суть я стараюсь передать. Да.